Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Тренировка. Забираем наших бойцов отсюда. Запрос. И сразу же обратно их на прокачку. Так, в магазинчике что у нас? Бесплатно, наверное, что-нибудь хотят дать. Или чего? Так, стоп. Ага, ну возьмем тигра, хоть он у нас и есть, пускай будет. Арена, запрос. Так, 18 бот-пауков, 23 призрака, 17 ядерного робота, 13 крестьянинов и 10 256 у нас монет. Ну, естественно, новый сезон, потому что месяц февраль, в бой. Противник найден. Каким отрядом-то пойдем? Да вот этим отрядом... А, нет, я не могу им идти, потому что энергии нету. Давай этим отрядом пойдем, какая разница. Побежим. Кого тут? Ну, фехтовальщик у нас, как всегда, ребят. У нас фехтовальщик здесь. Рулит ситуация в данный момент. Да не в данный момент, а вообще на аренах рулит. Такой тоже вышел фехтовальщик, но еще со сумком он был. Необученный, не одетый. Голодранец, одним словом. Так, что у нас тут? Ребят, ну здесь, как мы видим, мертвый камень растет. Зомби с надгробием. Он у нас полностью есть, поэтому ежедневные события сегодня проходить не буду. А буду проходить. Раз, два, три. Четыре локации, ребят, нужно пройти нам до того, чтобы занырнуть в следующий телепорт. Ну что, поехали. Ядерный робот плюс зомби. Тьфу ты, ядерный робот. Зомби-камикадзе. Плюс зомби, да? Ну, тут понятно. Тут без проблем вообще. И я хочу... Я хочу много чего. Давай, ниндзя, бомби. Главное, чтобы заражение не повесило. Остальное все ерунда. Нет, смотри-ка, не всех. Не всех накрыл он. Топотун мой вышел. Дай-ка я, наверное, так сделаю. Красава. Блин. Давай, 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 молотильщик. Ну взорвите вы уже, вот. Вот. Что и требовалось доказать. Друзья, а кто-нибудь знает игру, похожую на Tower Conquest? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, чтобы я имею в виду, она была такая же красивая, с кучей прокачек и тому подобное. Потому что если вы знаете такую, но не знаю я, то мне бы хотелось бы поиграть. Лерой, я помню, была, но там немножко по-другому, друзья. Там я, по-моему, две серии этой игры снял. Один из подписчиков писал: Рэй, продолжи играть, я тебя обучу всему. Но мне показалось, там сложно, ребят. Вот это вот там очень много специальностей, подклассов, классов, прокачки вот этой вот, блин. Ну, я даже не знаю. Хотя сама по себе игруха была прикольная, конечно. Так, взорвали. Давай, наверное, выпустим корни. Корни здесь, кстати, очень, ребят, хорошо затаскивают против вот этих вот роботов. Точнее, зомби-камикадз. Да и прочие быстрые мелюзги. Ну, давай, давай, давай. Эть, упал на коленки, начал бомбить. Все, наверное, победа. Шикарно. Просто шикарно. Мне в этой игре нравится, ребят. Никакой рекламы. Блин, играешь просто в удовольствие. Так, а здесь у нас банши. Тут банши выходит. Блин, так Рикуня начнет мне доставать. Мы можем, в принципе, поставить солдата Теракошу. Я думаю, что мы успеем его. Единственное, что, блин, вот этот, конечно, хламон идет, который там сзади. А если через
Молотильщика. И вон она, корга идет старая, а. Дай-ка я замедляху повешу здесь. Ой, блин, двое их стало. Ну, понятно, понятно, что ты орешь. Всех раздражаешь, соответственно. Надо брать тогда ниндзя, получается. Вот это было, конечно, немножко глупо сделано. Корни выпустил на замок. А в замок очень мало урона получает от корней. Давай, молотильщик, стругай там. Ну. Да что ты будешь делать? Есть. Так, монетки заберем. Кстати, у нас очень много денег. Может быть, нам есть резон кого-нибудь прокачать. Квест завершен, проверка. Кого можно здесь прокачать? Я имею в виду по максимальному уровню. Ну вот у короля, например, 85 уровень был, стал сотым. Король на соточку пошел. Дальше что у нас есть? Так, смотрим. Нежить, конечно, вообще прокачана практически вся в топ. Она вся прокачана в топ. Сотые уровни. Да и практически все монстры прокачаны. Ну, не считая, конечно, призрака, жнеца и крипты. Вот еще пряничный домик. Остальные все, ребят, на 5 звезд. Самая прокачанная раса, по-моему. Так, сотка. Подожди-ка, давай-ка мы этого хламона тоже прокачаем на сотку. Ядерного робота. О, бомбер почему-то недокачан был у меня. Интересно. Так, и вот ядер. Ракетный бот. Все, тоже на сотку, ребят. Качнул я его. Но робота, кстати, тоже очень даже неплохо прокачан у нас. Так, черепаха. Черепа... Посмотри, у черепа... Ну-ка. Черепаха имеет топ звезды, а уровень маленький. Так не пойдет. Хоть мы ее не особо, конечно, любим и жалуем, да? Но прокачать-то ее надо. Так, давай, черепашка, будешь у нас соточкой отныне. Так, здесь у нас кто, что, чего. Так, сотка, сотка, сотка. Тритон, тритон не соточка, да, у нас. И получается, что слизень морпех тоже не сотка, нифига. Сейчас мы его прокачаем. Так, ну все, слизень морпех у нас сотка. И, наверное, тритона. Редкий захватчик воин. Да, из него такой захватчик, я тебе скажу. Не смешите мои тапочки. Называется. Захватчик тоже мне. Ну вот, даже как-то повеселее стало. Теперь у нас очень много бойцов сотого уровня. Ну а я продолжаю, ребят, бомбить наших противников. Прыгун здесь будет. Надо быть предельно аккуратным. Не дать возможность прыгуну, как говорится, сделать мне пакость. Поэтому Тракоша будет всегда на страже. А лучше, конечно, всегда... Вот он, вышел. Оп, 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 оп. И всю свою мощь, да, ребят, всю свою мощь он просто в камни в эти, в каменного Тракошу спустил. Обожаю. Так, ну, ребят, ну радоваться пока рано. Потому что вот он, очередной прыгун идет. Как у нас тут получится?
Да получится у нас тут хорошо. У нас два таракоша с промежутком вот с таким идет. Так что ничего он здесь не сделает. Как бы он тут ни старался. Прекрасно. Этот отряд прям вот заточен, ребят, против нежити, да? И что у нас? На вкусненькое жнец. Ребят, здесь надо быть предельно аккуратным. Если жнец успеет выйти, у нас, не забывай, нету такого луча на нашем топовом отряде. Здесь богиня солнца, которая против жнеца, ну, мягко скажем, неэффективна. Это я мягко сказал. Но чем быстрее я ее вызову, тем будет лучше для нас. Твою налево. А, он перепрыгнет сейчас. А вот я, ребята, и богиню солнца призвал. А вот, ребятушки, и жнец пожаловал. Ты сейчас серьезно? Ну? Молотильщика его наказал. Просто наказал его. Он умер и выпустил свою циркуляру. И все не одуплились, поэтому просто великолепно здесь было пройдено. Забираем сундук нежити, в котором у нас вот такие вот награды. Следующее. Это у нас нефритовая долина. Так, ниндзя плюс самурай. Ниндзя плюс самурай. Ну, в принципе, тыквоголовый здесь должен топово зайти. А вместе с Палычем? Вместе с Палычем вообще по красоте они пойдут. Только вот Палыча надо успеть вызвать. Успел. Так, слушай, а вот это вот уже не несправедливо. Блин, надо помогать. Давай ты к уголовой. Ага. Так, всадник на журавле пошел. Ну и нормально. Блин, ненормально. А вот когда два тыквоголовых, это прям вообще благодатушки. Чем их больше, тем лучше, тем сильнее наша команда будет. Просто в мясо разворотили. Давай, 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 родные. Все, по красоте. Продолжить. Так, что у нас тут? Запрос. Давай дальше. Ниндзя, храмовый пес. Ну, здесь, наверное, вызовем. Так, посмотрим сейчас, что нам тут лучше сделать. Да-да-да-да-да, начинает там лаять. Угу. Пошли, 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 пошли быстрее, быстрее, быстрее. Так, иди сюда. Это ниндзя. Достанет кого хочешь. Ну, ты сам понял, да? Что тут уже все. Вообще и ураганчик нам дали. Бонусом. Ураганчик бонусом — это топ. Давай, кромсаем. Есть контакт. Ну что же, прекрасно. Просто прекрасно. Третья миссия. Черепаха Тортила, да, здесь у нас появляется. Дальнобойный юнит с массовой атакой.
Я вот, кстати, все думаю, может быть, нам действительно тоже взять как-нибудь черепаху и попробовать взять команду из одних танков, чтобы к ней никто не подошел. И она просто издалека будет бомбить. Но мне не нравится, знаешь, что? У нее очень долгая перезарядка. Почему-то очень долгая перезарядка. И меня это бесит. Так, слушай, что-то как-то... Ху-ху-ху, нам нужен срочно тыквоголовый, прям срочнёк. Давай-ка так сделаем. Опа, она еще и напугалась. На, две ниндзи, ага. Хотел сказать две ниндзи сразу, но не тут-то было. Давай, тыковка. Слушай, что она такая везучая-то? А вон и черепаха вышла. Давай-ка иди сюда, поближе к нам. Притянем. Она стоит там, балдеет. Опа, заморозочка. Красиво. Сразу двоих здесь нашинковали, да, так сказать, фаршем. Тыквоголовые просто жарят все на своем пути. Рухнул, рухнул вражеский домик. Так, у нас, ага, у нас две энергии и две еще миссии тут. Получается, как раз должны пройти. Это я еще друидку не призвал. Так, куда побежала хламонище? Самурая позвал. Ну, знаешь, будем паладину вызывать. Эх, ниндзя бесявая. Блин, еще и храмовый пес, ну зашибись. Давай, тыковка, где ты там? Тыковку напугали. Растоптали мы их там всех, отлично. Нормально. И опять идет, а? На. Че ты, паладин, у меня такой трусливый-то, я не могу понять. Кто тебя там все пугает-то, убегает он постоянно у меня. Блин, всадника завалили они мне. Так, у нас уже сколько карточек за этот, за тот поединок, вообще за эту игру? Три карточки, по-моему, на ниндзю выпало. Так не было даже в лучшие времена. Ну, давай, 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 добиваем там. Вот и все. Ну что, друзья, очередная наша победа, и мы двигаемся дальше. Последний этап, босс. Блин, тут босс этот, бог ветра. Ух. Мне просто интересно, сможет ли друидка тягаться с богом ветра. Она будет тотемы плодить, а эти, он будет эти тотемы сдувать. Да я даже не знаю, что из этого получится, если честно. Такого ни разу мы еще эксперимента не делали. Поэтому это у нас первый будет эксперимент. Посмотрим, как это пойдет. Так, друзья, ну мне надо богиню уже, наверное, призывать. Ой, богиню. Друидку. Потому что этот... Вот он. Вот он, ребята, уже вышел. А что он там? Что с ним случилось? Что-то не понял. Ух! Ты смотри, что тыква голову делает. Просто... Просто бога ветра снесли. Вообще на изи. Ты посмотри, что друидка делает. Просто красава. Ну согласись. Бог ветра просто ничего не успел сделать. Его заклинило. Он...
Видимо, в стан попал парнишка. Раз ничего не смог сделать. Так, давай мне сюда сундук Нефритовой империи. Тигр, Сакура. Это все у нас прокачано. Так, и дальше идет у нас опять территория роботов. Территория роботов. Блин. Тут бомбер и толкатель. Ну ладно, если Джаггернаута мы первого выставим. Блин, толкатель. Бесявый хмыреныш, конечно, этот толкатель. Еще вы еще вот именно это, ребята. Фух. Расколбасил, молодец, Джаггер. Джаггер-молоток. В клетку его, правильно. Чтобы он тут не выпендривался. Ну все, все, ребят, победа будет здесь за нами. Да, ну началось, конечно, очень лихо. Он начал просто отталкивать моих бойцов одного за другим. Я думал, сейчас еще ударит возле замка нашего, и все, и будет фейл. Но нет, как-то вырвались. Тут наше все это Джаггернаут. Потому что в этом отряде у нас только единственный танк. Он. Все, больше никого нету. Остальное идет просто вспомогаловка. Взял просто бомс и оглушил. Вот опять он за свое. Так, где моя эта? Ну? Давай, давай, давай. Молотим, молотим. Есть. Ну и до свидания, по ходу дела. Наказали, проучили. Ну так ему и надо, а фиг ли он хотел. Фиг ли, спрашивается, он хотел. Давай, давай. Ох. Стоп, 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 стоп. Стоп, парень. Так дело не пойдет. Давай-ка ты тут не дуркуй своими молотильщиками. Ты видишь, ты моду взял. Твою налево. Так, в эту, в клетку его. Ну понятно, конечно же. Ну, вышел. Да, ненадолго. Недолго песни тут веселилась у нас. Что творится-то, а? Скажи-ка мне на милость. Да ты достал-то уже, ну, в корень, а? Тьфу ты. Вообще, он вообще мне не дает ничего сделать, прикинь. Вообще ничего не дает сделать. Да нафиг мне нужно это кого-то и по... 45 секунд. Будем сегодня добивать замок-то или что? Есть, молодцы. Молодцы, справились. Молотильщик у него слишком какой-то, ребята, взбудораженный. Постоянно выпускал свои эти пилы. Если бы он бы не выпускал бы их, все было бы четенько. А он постоянно. У меня там сзади идет армия, а он выпускает и все, и они там ложатся. А Джаггернаут, извини меня, сам знаешь, откат не такой уж быстрый, чтобы его одного за другим... Блин!
не было печали, а. Вот здесь, кстати, очень хорошо, ребят, вот этого брать, парня. Прям вообще чудесно брать его. Ну ты что-то как-то поздненько взорвался-то, парень. Прям совсем поздненько. Все, мы уже там получаем люли. Ну, всех туда, к ногтю. Блин, я сейчас жнеца вызову. Он меня уже заколебал. Давай, жнец, выходи. Сейчас мы тут разберемся с ними. Так, возьмем манну, заморозку. Все. По красоте. Единственное, что вот у нас последний как бы поединок, а... Есть. Есть еще отрядик. Я что-то думал, что у нас все. Отряда нету. У нас же, конечно, топовый отряд. Тем лучше для нас. Так, рыцаря мага позовем. Это наша, как говорится, гарантия. Гарант наш, так скажем. Против всех невзгод. Чумнуху возьму, чтобы от пилы, от этой спасения было. От вот этой циркулярки. Угу. Лучик. Ронин пошел. Да какой там пошел он? Даже усом не пошевелит. Да. Разнесли в пух и прах. Сундук. Сундук робота. Это все у нас есть. Трансформатор, я не помню, прокачан, не прокачан. По-моему, не прокачан. Блин, энергии нету. Ладно, тут 4 есть. Я надеюсь, что мы пока тут будем отыгрывать. А что у него тут? Крестьяшек нету, что ли? Паладина ждет? Ладно. Давай, вызывай паладина. Ну, у меня Ронин, как всегда. Не спеша, еле-еле, ребята. О, еще тебя тут не хватало. Зашибись. Башня бомбанула в него целым отрядом и еще не успела завалить этого паладина. Странно. Сколько у него там здоровья было? Или моя башня просто так мало бомбанула? Или я не знаю, в чем там беда была. Мне нравится, смотри, какие-то чувачки стоят с палками. Я не понимаю, почему они с палками стоят? Тогда жди, либо с вениками. А тут стоят с палками с какими-то ребятули. На тебе. Ну, Ронин молодец, хотя бы половину отнял все-таки здоровья этого замка. Так, не надо там, хиляет она. Все, спать. Есть. Красиво. Просто в руины. В руины превратили мы вражеский замок. Ну, топовый отряд, ребят, хорош. Но против Ронина, конечно, слабоват будет, да, если Ронин и Тигр. Это трэш какой-то начинается. Ну и что ты вышел, фехтовальщик? Чё, куда ты побежал ты? Куда ты побежал, а, родной? Остынь. Просто остынь маленечко.
И ты тоже остынь. Так, сделаем. Блин, Роня, ну что ты? А он вообще еще ни разу не выбежал, ты че? Роня, че с тобой сегодня? Ноги болят, что ли? Выбегать не хочешь? В чем проблема-то? Непонятно. Вообще ни в какую. Сколько я его вызываю, он... Дайте мне, пожалуйста, ну хоть где-нибудь отрядик. О! Во, ребят, есть. Накопилась энергия. Фух. Ну, опять же, Джаггернаут. Джаггернаут. Так, паладин. Паладин и фехтовали. Ёк, макарёк, ну ты-то откуда взялась-то, швабра? Идет, сейчас будет захиливать. Обалдеть, она хиляет. Клетка в помощь. Опа. Опа. Мазепа. Вот тебе и мазепа. Вообще, эй. Друзья, что-то жестко. Мне нужен паладин. Ой, паладин. Бла-бла-бла. Скажи, я скажу. Жнец, конечно же, мне нужен жнец. Это кто сейчас бомбанул? Это вот этот хмырёна сейчас бомбанул? Ты по... Ты серьезно, блин? Это что такое вообще? Да у меня... Ай, блин. У меня нету... Как сказать-то тебе? Да он не справляется, ни шиша, ты понимаешь? Эти маги что-то вообще залют... Ты посмотри, что они делают. Да все, ребят, я по времени спекся. Я просто по времени спекся. Я в шоке вот от этого дурика. Я бы не подумал, что здесь можно вот так вот просто взять и сфейлиться. Вот этот хмырь вообще да просто взбесил меня. Да-да-да, именно вот этот вот. Баламут несчастный. Да какое, блин, это? Я хотел там ураганчик взять. Фиг взял, блин. Молодец. Ну, по времени-то в любом случае уже не успели. Так что тут как бы радоваться. Единственное, что ускоримся, чтобы просто победу получить. Не, такое дело не пойдет, ребят. Вот этот отряд может быть, кстати, может быть и победит. У нас здесь богиня солнца, она как раз этих магов, шпаков, всех будет уничтожать. Грифонов этих, которые там летают. С паладинами, конечно, не очень будет весело, но против паладина у нас есть вот этот парень.
Блин, а у него... Конечно, у него вспомогаловка идет. Ну-ка. Сейчас мы посмотрим. Ну чё? Квазимода. Получил свое. Всех к ногтю, правильно. Всех стругаем и рубаем там. Есть. Вот что значит сила молотильщика, да? Молотильщику пускает пилу и все, ребят. И всех там в дрибодан уничтожает. Совсем другое дело. Абсолютно. Так-с. И у нас... Вот. Подожди, какой? Вот. Вот, главное. Вот. Тот отряд у нас на тренировке. Да и даже если бы он не был на тренировке, я бы ничего здесь не смог бы сделать. Опа, первым вышел фехтовальщик. Сейчас мы его встретим здесь. Давай, давай, Ронин, беги. На! Блин. Ну силен, силен. Ничего не скажешь. Паладин силен, ребят. И до свидос. Вот как-то так, ребята. Вот как-то так. Забираем нашу награду. Сундук подданных. И здесь у нас фехтовальщик, король и деньги. О, всадник на журавле у нас есть. Фул, все фул. Кроме крипты. И у нас 216-й портал. И сразу же территория нежити, территория захватчиков, территория подданных, фабрика роботов и нефритовая долина. Все разные, ребята, все разные. Все 5 разных локаций. А у нас, ребята, энергии нету больше. Да. Ну что же, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.